Здравствуйте, меня зовут Филипп, я родился в Бреттани. Помню, в 1988 году, в октябре, там произошел большой шторм. Сильный ветер со скоростью 200 км в час пронес, разрушая все на своем пути, в том числе и линии электропередач. На 2 недели мы остались без электричества. Это случилось в крохотной деревушке на побережье Бреттани. Произошла очень интересная ситуация. У многих лежали продукты в холодильниках, но толку от него не было. Мы не могли открыть холодильники и оставить продукты портиться. В первую ночь после случившегося одна женщина сказала, что в ее холодильнике очень много продуктов, которые быстро испортятся, и она предложила всей деревне собраться у нее дома на совместный ужин. Пришло более 20 человек, мы ужинали вместе, общались, совсем без электричества. Мы делали барбекю, готовили все, что было у нее дома, и все, что принесли с собой соседи. Это было очень забавно. Атмосфера напоминала средневековье. Мы зажгли свечи по всему дому и разожгли камин, чтобы согреться. Это было великолепное чувство. На следующий день уже другая женщина сказала, что у нее тоже много еды, и она ждет всех у себя. Таким образом, каждый день на протяжении 2 недель мы ходили всей деревни друг к другу в гости. Эта ситуация дала понимание того, что без электричества все меняется. Заправки не работают, нету воды. И по сути, ты не можешь даже ничего приготовить поесть. Такие вещи, как микроволновые печи и духовки, просто становятся непригодными. Компьютеры и телефоны тоже. В одно мгновение все вдруг перестает работать. Но ты понимаешь, что благодаря этому ты начинаешь узнавать своих соседей, и это здорово. Времени для сближения было не слишком много и не слишком мало, а как раз достаточно для того, чтобы хорошо провести время вместе. Мы до сих пор помним то замечательное время. Те 2 недели были словно возвращением во времена, когда люди действительно общались друг с другом. Пожилые люди пересказывали старые легенды, которые передавались им от бабушек и дедушек, или делились своим жизненным опытом. Помню, там был один рыбак. Его истории были очень интересны. Он был моряком. Он рассказывал нам о своей жизни. Поскольку не было топлива, машины не работали. Мы не могли даже поехать хлеба купить. На тот момент я был самым младшим в деревне, поэтому я спокойно мог пройти 5 миль и принести для людей хлеб. Это было очень здорово. Я приносил хлеб всей деревне. Я брал рюкзак, шел 5 миль пешком и возвращался с хлебом. Радостно было видеть благодарные глаза людей. Это очень важно. И ты просто наблюдаешь, как это идет из твоего сердца. То же самое с деревьями. Мы просто помогали соседям убрать их. Мы помогали друг другу, потому что много всего было разрушено после шторма. Но никто не пострадал, слава Богу. Все обошлось без жертв. Некоторые дома, конечно, были разрушены, не так далеко от моего дома, но когда такое происходит, ты понимаешь ценность того, что ты остался жив, и жизнь продолжается. Все люди помогали друг другу, так как это просто чувство, которое исходит из сердца. Это кажется, что нас это не достает. Катастрофы происходят там. Это сегодня не там происходит. Завтра они произойдут у тебя дома. Тебе поможет сосед? Нет, конечно. Если он будет таким же, как это. Правильно? Так что нужно сделать? В первую очередь протянуть руку дружбы соседа. Посмотреть вот так в глаза друг друга. Просто посидите, посмотрите, подумайте. Иной раз даже слов не нужно. Для того, чтобы понять, что все мы одной крови. Правильно? И вот тогда будет жалко соседа, если с соседом беда случится. Когда ты будешь готов помочь этому соседу, это будет означать, что и сосед сможет помочь тебе, если беда придет в твой дом.